Чикилюха, чикилюха. Всем привет, привет. Побегуня маленькая. Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 10 апреля, 8 часов утра. Вышли с Шейкелем на прогулочку. У нас, ребятки, все по-прежнему. Свет, вода, связь, газ. Все есть. Транспорт работает, магазины работают. Погода сегодня у нас нормальная, с завтрашнего дня обещают на несколько дней дожди. Ну и как вы уже слышите, сирена у нас уже практически постоянно. Пойдем, зайка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Скоро у нас расцветут вот такие красивые лилии. Чудесные. Я хочу завершить запись в своем дневничке и вместе с вами перевернем страничку в светлое будущее завтра. Всем спасибо за поддержку. Держитесь, ребятки. Всем пока-пока.